Погрузись в мир комфорта и эстетики с диваном от Bokeroom. Сочетание уникального дизайна и современных технологий. Bokeroom. Новый стандарт мягкой мебели в России. Друзья, здравствуйте! Это очередной выпуск из нашего большого цикла про Вторую мировую войну. В прошлый раз мы рассказали вам о блокаде Ленинграда. Если вы не смотрели этот выпуск, то обязательно посмотрите его, он есть на нашем канале. Сегодня мы поговорим про первую половину, про первые 6 месяцев 1942 года. Ну, есть такое вот обширное заблуждение, что выиграв битву под Москвой, советские войска покатились туда дальше, значит, освобождая территорию за территорией Советского Союза. И дальше уже вот, собственно, наступление на Запад продолжалось, пока мы не взяли Берлин. Почему такое ощущение создается? Ну, потому что мы знаем историю Великой Отечественной войны по базовым таким реперным точкам. Битва под Москвой, дальше, значит, Сталинград. А дальше Сталинград — это все-таки вторая половина 42-го года. А в первой половине вообще казалось, что монстр не только не уничтожен, а что вообще с немецкой армией ничего не произошло. Она закрепилась, и, как мы увидим с вами дальше, что советские войска на Восточном фронте, что войска американские в Тихоокеанском регионе, что английская армия в Северной Африке, все были буквально в шаге от катастрофы. И вот эти 6 месяцев казалось, что немцы все-таки эту войну непостижимым образом выигрывают. Ну, давайте обо всем более подробно. С чего начался 1942 год? Ну, давайте, наверное, за точку отсчета возьмем 1 января. Логично совершенно взять эту за точку отсчета. Так вот, 1 января в Вашингтоне собрались участники антигитлеровской коалиции и подписали декларацию, которая так и называется «Объединенные нации». Подписали ее Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Советский Союз, Китай и еще представители 26 государств-участников антигитлеровской коалиции. Собственно, что это был за документ? Участники подписали документ о том, что обязуются не вступать в сепаратные переговоры ни с Японией, ни с Германией, ни с другими странами оси и, в общем, добить гитлеровскую Германию и японцев до конца, потому что эти страны несут угрозу и опасность, в общем, всему миру, и они развязали вот эту ужасную войну. Я вам пересказываю довольно простым языком длинный и такой официальный дипломатический текст декларации. Что нам в этой декларации важно? Во-первых, предложил этот документ подписать Рузвельт, президент Соединенных Штатов Америки. А во-вторых, эта декларация послужила основой для будущей Организации Объединенных Наций, ООН. То есть предполагалось, что вот ООН будет таким институтом, в котором будут решаться мировые проблемы, в котором будут подписываться мирные договоры, обсуждать, есть какие-то агрессоры, значит, куда-то вторгаются, обсуждать действия остальных стран по ликвидации этой угрозы и так далее. Ну, понятно, что с течением времени ООН превратился в абсолютно декоративную, на мой взгляд, организацию. Ничего он, конечно, не решает. Если ООН что-то запрещает, то большие страны никогда его слушать не будут и так далее. Но в тот момент была такая иллюзия, что вот Лига наций была до войны, институт этот захерел и, в общем, не смог предотвратить войну, и вот ООН в будущем, оно послужит такой, значит, площадкой, где все-таки люди будут друг с другом договариваться, представители разных стран. Ну, это история дипломатии. События, главное, разворачиваются, естественно, на фронтах. Начнем мы с Тихоокеанского региона. Вице-адмирал Дёнитц предложил Гитлеру следующую историю. Мы можем, наши подводные лодки могут действовать на достаточном удалении от наших военных баз и непосредственно топить корабли американцев и англичан прямо у берегов Америки. Вот оттуда транспорт уходит, танкер, транспорт с амуницией и техникой, сухогруз. Мы их там будем, значит, соответственно, топить. Почему эта операция вообще стала возможной? Капитуляция Франции. Немцы получили все, вот смотрите карту, все порты на севере Франции. Брест, Сен-Лазар и так далее и тому подобное, вплоть до Бордо. То есть территория базы на Ла-Манше и на побережье Бискайского залива. Это очень длинная береговая линия. И, собственно говоря, там были быстро построены бетонные ангары, в которых подводные лодки немецкие прятались от британской авиации. Британская авиация ничего сделать с ним не могла. Эти ангары до сих пор в некоторых городах сохранились, они в прекрасном состоянии. И вот Дёнитц предлагает операцию «Барабанный бой». Операция Паукеншлаг, если называть
ее оригинальное название. Немцы разворачивают настоящую войну рядом с побережьем Соединенных Штатов Америки и Мексики. То есть это война в Атлантическом океане. Просто чтобы было понятно, да, немецкие подводные лодки выходят из французских баз, вместе с ними идут немецкие подводные лодки-танкеры, которые дозаправляют в океане, значит, основные боевые единицы, и вот лодки, разбившись на пары или поодиночке, начинают действовать против торгового флота Соединенных Штатов Америки и Мексики. Просто цифры. За период с января по июнь 1942 года в рамках операции «Паукеншлаг» немцы потопили 397 судов. Погибло около 5000 человек. Сами немцы потеряли 8 подводных лодок, это 302 человека. Причем первую подводную лодку американцы утопили только в апреле. То есть немцы безнаказанно январь, февраль, март, апрель, 4 месяца американцев терзали. Там дальше Паукеншлаг перейдет в другую операцию, более расширенную. Вообще вот за весь период с января по июль 42 года, за 7 месяцев подводным лодкам удалось потопить 609 судов. То есть феноменальная цифра. Это составило четвертую часть, то есть 25% всех судов, потопленных за Вторую мировую войну. Друзья, каждый из нас ежедневно совершает множество покупок. Но не все знают, как приятные покупки сделать выгодными. Ответ простой. Нужно оформить карту Black от Т-банка. С этой дебетовой картой вы сможете получать кэшбэк рублями практически с каждой покупки. Если оформите карту Black до 31 октября по ссылке в описании, то первый месяц кэшбэк в четырех категориях будет для вас повышенным. 10% от суммы покупки будет возвращаться на карту. Можно выбрать категории: одежда и обувь, топливо, аптеки, фастфуд, рестораны и другие. Каждый месяц доступные категории будут обновляться. На оформление карты понадобится всего пара минут. Все можно сделать онлайн. После оформления карты вам никуда не придется ехать. Представитель банка бесплатно привезет ее вам в удобное место и время. Ну и что очень важно, вы сможете снимать деньги без комиссии даже в банкоматах других банков. Переводы через СБП на карты других банков тоже будут бесплатными. В общем, преимуществ у дебетовой карты Black от Т-банка множество. Поэтому, друзья, не теряйте времени, оформите карту по ссылке в описании до 31 октября и получите повышенный кэшбэк до 10% на 4 категории покупок. Почему, вы меня спросите, американцы давали так спокойно топить свои суда? Вот я почитал об этой операции «Паукеншлаг» много материалов, и, честно говоря, самый простой ответ на этот вопрос – раздолбайство. Ну, вот смотрите. Первое. Англичане свои суда уже научились конвоировать. То есть судно выходит из порта и защищает его корвет, например, или там эсминец. И они работают против подводных лодок. Американцы свои суда не конвоировали. И вот в январе уже начались атаки, и только в феврале, значит, у них совещание, что, наверное, нам придется создать центр конвоирования в Бостоне и Нью-Йорке. И даже, может быть, во Флориде нам нужно будет создать такой центр. То есть совершенно пренебрежительное отношение к своим конвоям. Радары еще не развиты. И, кстати, благодаря Паукеншлагу ускорится работа над радарами. И радары такие будут установлены на самолетах и на надводных кораблях. Радары, которые позволяют определять подводные лодки в надводном положении. Что еще? Фактор затемнения береговой линии. Значит, Дёнис будет хвастаться по радио немецкому и говорить, что отдыхающие во Флориде или там купающиеся во Флориде могут на линии горизонта видеть, как работает Кригсмарина, как работает наш подводный флот. Горящие танкера прям можно увидеть. Он хвастался, но не врал абсолютно, потому что действительно танкеры топили буквально у Флориды. Почему? Береговая линия не была затемнена. То есть, можете представить, что такое Флорида, да, что такое Атлантическое побережье Соединенных Штатов Америки. Ну, Флорида и Майами это особенно, да, это неоновые огни. И командование американское говорит о том, что надо затемнять это, потому что на фоне вот этого неона ночью видны контуры кораблей, и немецкие подводные лодки спокойно топят корабли. И бизнес начал говорить, что мы не будем ничего затемнять, у нас туристический сезон, вы что, сумасшедшие, что ли? Потому что как-то мы неон весь погасим, и что у нас там туристы что будут делать? Историки войны и тогдашние, в общем, военные пишут, что моряки гибли
пока американские дельцы продолжали вести свой бизнес, как будто на дворе стоит обычное мирное время. Достаточно долго продолжались этот тяни-толкай, пока, наконец, американское правительство не приняло закон о том, что вся береговая линия должна быть принудительно затемнена. Ну, вот просто три цитаты я вам дам. Число потопленных за первые три месяца 1942 года танкеров почти в 4 раза превышало число вновь построенных. Ситуация отчаянная. Это цитата министра внутренних дел и администратора нефтяной промышленности Гарольда Икиса. Это он пишет президенту Рузвельту. Историк Майкл Геннон называет произошедшее в начале 1942 года вторым Пёрл-Харбором. Стив Роскилл характеризует ситуацию, сложившуюся в январе-апреле 1942 года, как погром торгового судоходства в Западном полушарии. То есть безнаказанно фактически немцы терзали судоходство Америки и терзали его совершенно удачно. Помимо того, что немцы терзают торговые пути в Тихоокеанском регионе, у американцев ничего хорошего не происходит. После катастрофы в Пёрл-Харборе японцы, вообще не встречая сопротивления, наступают в Бирме и на Филиппинах, например, вообще захвачена Манила. И ничего американцы с японцами сделать не могут, потому что японские мобильные авианосцы очень эффективно показывают себя в этих боевых действиях, и японская армия, в общем, абсолютный чемпион мира вот в этот первый месяц 1942 года. Немцы, Роммель, или Лис пустыни, как его уже называют, отступает в Северной Африке. Он ждет конвой, который должен прийти в Триполи, привезти ему новые танки, привезти керосин, привезти новых солдат и новую технику. Пока он отступает, но во второй половине января Роммель начнет боевые действия и будет наступать в Бенгази. Вообще о Роммеле мы сделаем, скорее всего, отдельный выпуск, потому что фигура достаточно интересная. В Германии тем временем ухудшается ситуация с едой. Немецкая армия, вообще немецкая экономика начинает чувствовать катастрофические последствия вот этого своего вторжения в Советский Союз. Немцы просто не вывозят экономически эту войну. Но в Советском Союзе, в общем, все тоже достаточно тяжело. Ну, давайте начнем с денег. 1 января введен военный налог. Это такой сбор новый, который введен вместо надбавок к подоходному и сельскохозяйственному налогу. Страна нуждается в деньгах. В 1942 году этот налог принесет Советскому Союзу 14 миллиардов рублей, в 1943 – 17 миллиардов, в 1944 – 20, и в 1945 тоже 20, что особенно важно. В 1942 году этот налог обеспечил 65% налогов и сборов с населения. К 1945 году до 50% это сократилось, но все равно цифра внушительная. Ободренный успехами под Москвой, ободренный тем, что немецкое наступление заглохло и отбито, Сталин отдает приказ о наступлении по всему фронту. Надо сказать, что творцы победы под Москвой и Георгий Константинович Жуков, и Рокоссовский, они были против этого решения. Резервов нет, возможностей быстро развернуться нет. Зима, у немцев очень сильная укрепленная линия, и они против. Берия и Маленков за, они поддерживают во всем Иосифа Виссарионовича. И, в общем, приказ этот подписывается, и начинается наступление по всем фронтам. У этого наступления три основных линии. Первая линия — это Ржевско-Вяземская операция. Вот посмотрите на карте, как она развивается. В центре полосы наступления 5-я и 33-я армия советская. Начинается все вроде неплохо. 14 января 5-я армия освободила Дорохово, 17 января — Рузу, 20-го — Можайск, потом 22-го — Уваровку. Затем 5-я армия встает, потому что сил не хватает. Потери колоссальные, и начинается вот эта вот знаменитая битва, которую называют битвой в долине смерти. Это Васильковский узел, урочище вблизи дороги, ведущий от поселка Уваровка в сторону села Семеновск. И вот там в смертельной по-настоящему битве, без преувеличения, сходятся советские и немецкие армии. Гитлер совершенно недоволен тем, как действуют его войска, которые начинают отступать под Москвой. Он снимает с постов. Вообще это будет вот этот период с января по апрель. Он будет характерен вмешательством в текущие оперативные действия на фронте глав государства. И Сталин, и Гитлер будут лично принимать решения. Вот Гитлер снимает с постов главнокомандующего 4-й танковой армии
Гёпнера, который, в общем, кадровый военный, очень серьезный, командующего 9-й армией Адольфа Штрауса, и меняет его 15 января на генерала Вальтера Моделя. А 20 января на посту командующего 4-й армией Кюблера сменил Готхард Хейнрицы. И вот эти новые замены, они произвели, конечно, достаточно серьезные влияние. Модель очень энергично действует и в итоге закрывает прорыв советской армии в районе Ржева, а заодно перерезает коммуникации 39-й армии и части сил 29-й армии, в частности 11-го кавалерийского корпуса. К 25 января ситуация для советской армии еще не катастрофичная, но уже достаточно плохая. 29-я армия отрезана от главных сил и две недели воюет в окружении. 27 числа в район Вязьмы десантируют 8-ю воздушно-десантную бригаду, чтобы создать, собственно, проблемы в тылу у немцев. Но немцы быстро наносят удары по аэродрому, уничтожают наши транспортные самолеты. И, в общем, ничего этот десант не приносит. 26 января мы пытаемся сделать еще одно наступление по Западному фронту. 33-я армия, 1-й гвардейский кавалерийский корпус и 4-й воздушно-десантный корпус ведут наступление на Вязьму. В итоге ничего нам это наступление не приносит, и высаженный десант, о котором вот я начал рассказывать, он оказывается в немецком тылу, отрезанный от коммуникаций, и вместе с партизанами до июня 42-го года будет вести, в общем, упорные боевые действия против немецко-фашистских войск. Тупиковая ситуация на конец января. Но дальше она будет только хуже. Многие компании сегодня вновь вернулись к привычному формату офисной работы. Причин для этого много. Более эффективные коммуникации, повышение производительности, развитие корпоративной культуры. Но для еще более стремительного роста важно, чтобы офис компании стал тем местом, где работа для каждого будет комфортной. Именно такие комфортные, современные и технологичные бизнес-центры предлагает лидер офисного рынка Developer Stone. В портфеле Stone множество вариантов под разные задачи. Небольшие офисы, блоки в несколько этажей, даже здание целиком. В реализации 10 бизнес-центров класса А в деловых локациях Москвы на разной стадии строительства. И это отличный вариант, ведь недвижимость в проекте класса А – это показатель стабильности компании, место для развития и мотивации сотрудников. Тем более в линейке Stone появились новые уникальные лоты с собственной террасой, что, безусловно, важный элемент статуса представительского офиса. Кроме того, офисные здания можно рассмотреть и для инвестиций, ведь к завершению строительства цена может вырасти примерно на 50% и более. Доходность, конечно же, зависит от времени входа в проект. И чем раньше вы зайдете, тем больше заработаете. А помимо самих офисов, в бизнес-центрах Stone есть ритейл – трофейный актив для опытных инвесторов со стабильно высоким трафиком. Поэтому и для размещения своей компании, и для инвестиций я рекомендую вам рассмотреть лоты из широкой линейки Stone. Сейчас приобрести коммерческую недвижимость можно с первым взносом 10% или от 1,5 миллиона рублей и воспользоваться рассрочкой от девелопера до окончания строительства. Переходите на сайт stone.ru и выбирайте подходящий вариант. Ссылку оставил для вас в описании. Вторая точка – это Крым. Еще в конце прошлого года, 41-го, 29 декабря, советская армия высаживает десант. 40 тысяч человек. И вот этот десант, задача его, собственно, снять окружение Севастополя, главной военно-морской базы Черноморского флота. И поначалу все идет совершенно феноменально. Там, конечно, сама операция, лишний повод сказать о героизме советских солдат. Через несколько дней после начала высадки погода ухудшилась, и, в общем, пехота высаживалась в ледяную воду. И вот по грудь в ледяной воде, значит, десант идет к берегу. Через несколько дней ударяет мороз, и большая часть 51-й армии переправляется уже по льду замерзшего Керченского пролива. То есть совершенно непонятно вообще, как люди после того, как они по грудь шли в ледяной воде, как они способны были воевать. Но тем не менее. Десант этот создает критическую ситуацию на Керченском полуострове, и командующий 42-м корпусом немецким генерал фон Шпоник боится оказаться в окружении и отдает приказ об отступлении. Манштейн, который руководит всей группировкой в Крыму, отдает приказ держать позиции, но приказ отдает поздно, Шпоник отступает. Шпоник потом отдадут под суд и снимут со всех постов. Ну, в общем, ситуация наступления в Крыму развивается
поначалу тоже очень успешно. Ко 2 января советские войска полностью занимают Керченский полуостров. Ситуация для немцев там критическая. Манштейн пишет о том, что в первые дни января 1942 года высадившийся у Феодосии десант и подходившие советские войска со стороны Керчи фактически, значит, создали угрозу перерезать главную артерию снабжения 11-й армии, железную дорогу Джанкой-Симферополь. Но советские войска, видимо, об этом то ли не знали, то ли были плохо информированы. В общем, наступление дальше не продолжилось. И всю первую половину января 1942 года мы копим резервы, чтобы ударить по немцам и снять осаду Севастополя. Удача заканчивается. Немцы, Манштейн опережает нас. 15 января немцы переходят в наступление и наносят главный удар по стыку 51-й и 44-й армии вот здесь, в районе Владиславовки. И несмотря на то, что количественное превосходство у советских войск, противник прорывает наши позиции и начинает развивать наступление. К 26-27 января практически полностью погиб судакский десант, который защищал свой плацдарм. 2500 человек погибло, человек 300-350 под руководством майора Селихова пробились из окружения и присоединились к партизанам Крыма. Ну и третье направление — это Любаньская операция, или, как ее немецкие историки называют, битва за Волхов. 7 января 1942 года, несмотря на то, что, в общем, войска еще не были готовы к этому удару, началось наступление. Конечная цель этого наступления — в общем, прорвать блокаду Ленинграда. В выпуске о блокаде я уже рассказывал, что была Тихвинская операция. Вот теперь вот она, Любаньская операция. Идет массированное наступление по линии фронта, линии 150 километров, то есть, ну, достаточно длинная. Вот, собственно, что пишут военные историки по поводу этого наступления. Во вторую ударную армию вовремя не прибыла армейская артиллерия. Не сосредоточилась авиация, которая была в наличии на фронте, 118 боевых самолетов. Не были накоплены запасы боеприпасов. То есть вот так с колес фактически вторую ударную армию бросили в наступление. Вот по всей этой 150-километровой линии началась атака на немецкие позиции, и везде она была фактически безуспешной. То есть немцы писали о том, что волна за волной идут советские солдаты, мы стреляем из пулеметов, весь лед на реке Волхов в трупах, и все равно комиссары ведут новые и новые советские силы на штурм. И немцы там, конечно, сходят с ума от того, что вот такое количество людей на них прет, но вот по воспоминаниям очевидцев, убитых и раненых все больше и больше, они слоями просто покрывают лед реки Волхов. Я думаю, что, ну, как представить себе, конечно, сложно, никакое кино этого не передаст, просто чтобы вот понимать, в каких ужасных обстоятельствах советские войска вели эту войну. Несмотря на тяжелейшие потери, несмотря на сопротивление немцев, 4 дивизии, 111-я, 372-я, 376-я, 378-я, форсировали реку Волхов, перешли на другую сторону и создали плацдарм. Генерал Гальдер пишет в конце января в своем дневнике: с 22 июня 1941 года по 26 января 1941 года потери немецкой армии 886 тысяч человек. Немцы таких потерь, конечно, никогда не знали. Февраль начинается с вторжения японской армии в Суматру. И ничего с ними сделать невозможно. Японцы продвигаются очень успешно. Основная база английская в том полушарии — это город Сингапур. Сингапур и Гонконг — две британские колонии. Две, наверное, таких любимых жемчужины в британской короне. Ну, Гонконг был потерян в конце 41 года. Сингапур захватить сложнее. Там стоит 80-тысячный почти британский контингент. Флот британский потрепан. Никакого флота практически Сингапур не охраняют. Но еще вся линия береговая Сингапура выстроена так, что Сингапур защищен от вторжения с моря. Считается, что с суши, в общем, подойти там некому. Японцы высаживают десант, 35 тысяч человек, то есть они в численном меньшинстве, и вот они начинают штурм Сингапура. В Сингапуре на тот момент вообще катастрофическая ситуация. Черчилль потом будет в Адмиралтействе говорить, что, ну, вообще, как можно было сдать город? Там было продовольствие, были боеприпасы. Единственное, чего не было, это политической воли и правильно организованной обороны, потому что японцы прорывались, они перерезали коммуникации, они заходили уже в дальние районы Сингапура, но дальше продвинуться у них сил нет. И британцы к ним прислали группу капитуляции с белым флагом и сказали: дайте нам сутки, давайте мы не будем стрелять, сейчас заморозим
на сутки войну, мы погрузим там часть раненых на транспортные корабли и потом вам сдадим Сингапур. И японцы настолько этого испугались, они говорят, нет, сдавайтесь немедленно, потому что они боялись, что британцы их обманут, а на следующий день сил уже идти нет. Ну, в общем, в итоге все закончилось катастрофой. Японцы Сингапур захватили, и это была самая большая вообще и самая деморализующая британская потеря, наверное, за вот весь первый период войны. 80 тысяч пленных, вы можете себе представить? То есть фактически весь военный гарнизон капитулировал перед японцами. В Африке Роммель готовит наступление. Война в пустыне вообще дело тяжелое, потому что постоянная нехватка топлива, постоянная угроза коммуникационным линиям. Воевать тяжело, и немцы, и британцы копят резервы. Роммель ждет постоянно транспортов с большой земли, который подвозит ему, в общем, оружие, подвозит ему керосин и подвозит ему какие-то более-менее свежие части. И тогда же начинается, в общем, пиар Роммеля. Еще раз выпуск сделаем, поговорим об этом подробнее. К нему представляет в двух словах адъютанта, которого зовут Альфред Ингемар Бернт. Это человек Геббельса. И вот он видит, что, в общем, в Африке более-менее все у немцев, конечно, не шикарно, но хорошо. И вот он начинает лепить из Роммеля вот этого лиса пустыни, которого боятся вообще все британские войска. Вот эти очки на голове. Роммель лично приезжает проверить, значит, раненых в госпитале. Он лично в окопе. Он всегда на передовой. Начинается мифология. Это Роммель случайно, значит, заезжал проверять немецкий госпиталь, оказался в британском, и там ему там разные версии. То ли он с боями из пистолета отстреливаясь вышел с тремя своими сотрудниками, то ли британцы, значит, ему отдавали честь, признавая его, значит, богом войны. Ну, начинается мифология, и министерство Геббельса удачно это все использует, потому что, ну, на Восточном-то фронте, в общем, катастрофа. Не взяли Москву, под Ленинградом встали, и вот из этого отважного, значит, генерала, который британцев долбит в Северной Африке, начинают лепить такую пиар-фигуру. Еще одно событие февраля – это прорыв линкоров «Шарнхорст» и «Гнезинау» и тяжелого крейсера «Принц Эуген» из французских портов через Ла-Манш на базу в Норвегии. Сначала хотели через Северную Атлантику уйти из порта в Бресте, но потом решили прорываться через Ла-Манш. Ну, очень коротко об этом эпизоде. Он важный для вообще военно-морской доктрины, но для влияния на войну он оказался не так уж важен, честно говоря. Хотя, с другой стороны, слушайте, тоже звено такое в событиях катастрофы немецкого флота в Северных морях. Корабли эти стоят в Бресте на французской базе, на той самой базе, откуда подводные лодки, в частности, уходят, чтобы топить корабли у берегов Америки. И их постоянно бомбят британские самолеты. Корабль — это не подводная лодка, его в бетонном, значит, этом ангаре не укроешь. И вынуждены, значит, эти корабли каким-то образом перебазировать в Норвегию. Почему в Норвегию? Потому что их будут использовать как рейдеры, чтобы топить конвои американские и английские, которые идут в Мурманск, к нам сюда, в Советский Союз, привозят технику. И, собственно говоря, вот с 11-13 февраля, за два дня в окружении эти три корабля, «Шарнхорст», «Гнезинау» и «Принц Эуген», в сопровождении тральщиков и легких вспомогательных судов, начинают операцию «Цербер». Они через Ла-Манш устремляются мимо береговой охраны английской, которая оказалась совершенно не готова к этому неожиданному прорыву. Немцы глушат английские радары, не позволяют атаковать свои корабли с воздуха. И, в общем, корабли прорываются. Единственное, что оба корабля напарываются на мины, и до марта 42-го года они торчат в Норвегии. Ну, а дальше все-таки они уходят в Норвегию, и там присоединяются во главе с линкором «Тирпиц» к флоту, который будет топить арктические конвои, направляющиеся в Советский Союз. Ну и все-таки, слушайте, очевидно, что главные события происходят ни в какой не в Африке, ни в Тихом океане, и уж тем более, конечно, не в Ла-Манше. Главные события происходят у нас здесь, на Восточном фронте. Ситуация в феврале продолжает развиваться по самым плохим для Советского Союза сценариям. Немцы подтягивают подкрепления, выстраивают взаимодействие с авиацией и отбивают атаки советских войск на Вязьму. Одновременно немцы наносят контрудары по коммуникациям выдвинувшихся вперед наших армий. 33-й, 39-й и 29-й. И, в общем, наши армии к 18 февраля, к середине месяца, переходят в оборону. 29-я армия вообще оказывается в окружении. И им отдается приказ на прорыв. К 28 февраля прорыв осуществляется. Из окружения выходят всего 5000 человек. Из них 800 тяжело ранены. Окруженная дивизия 29-я
почти полностью уничтожена в Манчаловских лесах. Вот такая вот эта ржевская операция, она продолжается, она будет идти еще до апреля. Ничем хорошим для нас ситуация не закончится. Крым. В начале февраля через прорыв переправилась и вошла в состав Крымского фронта 47-я армия. Выведена эта 47-я армия аж из Ирана. Помните, я рассказывал о том, что в Иране Советский Союз вместе с Великобританией действовал, и, собственно, была угроза, что туда переправятся какие-то немецкие военные силы, и Иран окажется под жестким контролем гитлеровской Германии. Этого не случилось, и нам это позволило 47-ю армию снять из Ирана и перебросить в Крым. В Крыму назначена новая наступление на 26-27 февраля 41 года. Наступление развивается по двум линиям. С одной стороны, со стороны Керчи наступают советские войска, и встречный удар из Севастополя советские войска наносят для того, чтобы прорвать окружение Севастополя. Наступление на Керченском плацдарме развивается медленно. Идут сильные дожди, дороги все размыты, танки застревают, и, в общем, немцы отбивают все атаки наступающих, руководит немецкой армией знаменитый немецкий полководец Манштейн. Он бросает в бой все последние резервы, вплоть до 213-го пехотного полка, и наступление это останавливают. Не устояли только румынские части, они побежали. Но, тем не менее, наступление наше в Крыму захлебнулось. На третьем направлении в Любаньской операции советская армия устремляется в прорыв. Войска 2-й ударной армии в течение февраля 42-го года расширяют зону прорыва, посмотрите по карте, и в глубину, и в ширину. Но, понимаете, ширина этой горловины остается прежней, потому что со всех сторон немецкие войска. Вот в этом узком проеме, который советская армия пробила, идут основные сражения. На северо-западе, где было немецких войск меньше, развивается наступление сравнительно удачно, а вот на юг, к Новгороду, продвинуться не получается, потому что немцы там оказывают очень серьезное сопротивление. И, собственно говоря, конечная точка наступления 10 февраля мы берем села Большое и Малое Еглино. Причем все это сопровождается совершенно чудовищными потерями, с жестким сопротивлением немецкой армии, и немцы хорошо работают в координации собственной авиации, они, в общем, бомбят наши коммуникации, мы не можем вовремя доставлять боеприпасы, увозить раненых и так далее. Все это сражение идет вот в узком перешейке, то есть фактически наша ударная армия втягивается, и наша задача расшириться в обе стороны от этого перешейка, иначе угроза отрубания с двух сторон и окружение, с чем, собственно, все это впоследствии, к сожалению, и закончится. К 19 февраля сформировался Юго-Западный фронт между селами Донец и Волосково. Между 23-й и 59-ми стрелковыми бригадами заняла позиции 25-я стрелковая бригада. Таким образом, левый фланг армии вышел на реку Оредеж и в одном месте даже сумел сформировать плацдарм. Группировка продолжала наступление на север, но уперлась в немецкую оборону у Червинской Луки. И несмотря на то, что была туда переброшена 25-я кавалерийская дивизия, 57-я стрелковая бригада, наступление встало, и таким образом наступление в целом на Любань застопорилось. Вот такие итоги февраля. В марте в Советском Союзе выпускается первый военный займ. Что это такое? Это облигация. Вот у моей бабушки эти облигации еще лежат дома. Военная облигация, вы ее покупаете после войны, значит, вам эту облигацию превратят в деньги. Формально покупка военных облигаций – дело добровольное. Но, собственно говоря, очевидно, что во время войны это дело носит обязательный характер. То есть часть зарплат ты получаешь облигациями, а где-то там вообще, например, военные всю свою зарплату получали облигациями. Таким образом, это позволяет, ну, экономить ресурсы и привлекать дополнительные средства от населения, потому что война, в первую очередь, это экономически невероятно тяжелое дело. Вот немецкая экономика начала буксовать. И советская экономика, несмотря на то, что у нас совершенно другой был тип хозяйствования, и, в общем, это была такая административно-командная система, которая вот приказывает заводу выпускать, завод выпускает. Да, это, в общем, не капитализм, который был в Германии, но, тем не менее, денег не хватало. И вот, собственно, возник этот военный займ. Это не впервые в России, в Первой мировой войне такое было, и вообще разные страны регулярно обращались к собственному населению во время войны для того, чтобы взять взаймы какие-то деньги. Гитлер в День памяти героя в Берлине произносит речь и говорит о том, что летом
этого года, то есть летом 42 года, Красная Армия будет полностью уничтожена, чего, конечно же, не состоится, но ни Гитлер, ни немцы еще об этом не знают. Очень коротко в Тихоокеанский бассейн мы с вами переедем. Японцы захватили британскую Малайю, японцы зашли в Батавию. Вы это название, конечно же, помните, или наверняка помните из выпуска про голландскую Ост-Индскую компанию. Так вот, собственно, японцы начали захват голландской Ост-Индии. Это значит индонезийская нефть. Японцы захватили Яву, и в Рио-де-Жанейро, в Бразилии, арестованы 200 агентов гестапо. О них я тоже вам говорил в выпуске про цивилизацию майя. Якобы вот эти агенты должны были вывести те самые хрустальные черепа и переправить их в Германию, где собирались всевозможные артефакты, в общем, от Христова копья, священного Грааля до вот этих вот хрустальных черепов. Ну, это, конечно, легенда, а то, что 200 агентов гестапо были арестованы в Рио-де-Жанейро, это совершенно не легенда. Кстати, интересный вопрос вообще, чем там занимались 200 агентов гестапо? Надо в этом покопаться. Я думаю, что они могли либо финансовые тропы прокладывать в Латинскую Америку, либо пути будущего отступления на случай поражения. Хотя, наверное, в 1942 году, наверное, еще немцы, во всяком случае, немецкая разведка, Абвер могла думать о поражении, потому что Канарис был очень так настроен Гитлеру нелояльно и скептически вообще оценивал шансы Германии. Но, тем не менее, 200 агентов — это дофига. Интересно, чем они там занимались. На Восточном фронте ничего хорошего для нас не происходит. Вторая половина февраля и весь март проходят на Вяземском направлении в безрезультатных попытках 43-й армии пробить коридор к 33-й армии и соединиться. Ничего не получается, немцы изолируют эти попытки, обе армии, в общем, практически в полуокружении находятся. В Крыму возобновляется советское наступление с 13 по 19 марта. Упорные бои идут, и потом наступление увязает, и фактически фронт остается в Крыму стабильным в течение месяца. На Любаньском направлении, как я вам сказал, уже в феврале уже все встало, и вот 9 марта Сталин посылает на Волховский фронт инспекцию во главе с Маленковым. И вместе с Маленковым на усиление командования 2-й ударной армии послан генерал Власов. Тот самый генерал Власов, который окажется потом в окружении и в июне-июле перейдет на сторону гитлеровской Германии. Но пока еще он на особом счету. Сталин к нему испытывает личную симпатию, большое доверие. Его оставляют, в общем, там в усилении, чтобы он командовал этой 2-й ударной армией. Параллельно 2 марта на совещании у Гитлера принято решение о переходе немецкой армии в наступление на Волховском фронте. Таким образом, две армии сейчас будут идти на встречных курсах. Что об этом пишут военные историки? В целом, в течение февраля, первой половины марта 42 года, по всему периметру прорыва 2-й ударной армии продолжались упорные бои за опорные пункты. Советские войска, испытывая недостаток в снабжении, особенно внутри зоны прорыва, пытались осуществить прорыв и расширение границ этого прорыва. Немцы упорно оборонялись, удачно маневрируя и осуществляя авиационную и артиллерийскую поддержку. Наступающим не удалось добиться ни на одном из участков фронта никаких успехов. Гальдер запишет, глава генштаба германской армии, запишет в своем дневнике 25 марта. Потери с 22 июня 1941 года по 20 марта 1942 года составили 1 073 066 человек, или 33,5% всех сухопутных войск на Востоке. То есть потери чудовищные. Апрель, наверное, один из самых тяжелых месяцев в этом полугодии. Кажется, что на всех фронтах Второй мировой войны страны оси, то есть Япония, Италия и Германия, вот-вот одержат победу. Во всяком случае, для них все супер успешно развивается. Японцы дотянулись аж до Цейлона. Налет японской авиации на столицу Цейлона Коломбо, в результате чего были потоплены два английских крейсера. Продвижение в Филиппинах. Битва за Батаан и взятие этого города. Там совершенно катастрофические последствия для американской армии. Там американцы и филиппинцы вместе отбиваются от японцев. 75 тысяч пленных в результате битвы за Батаан. И вот эти 75 тысяч пленных отправляют в лагерь. И этот поход впоследствии получит название «Марш смерти». 75 тысяч человек идут пешком 97 километров.
они измождены в боях, никакой еды практически нет, пить дают очень редко. Японцы совершенно бесчеловечно обходятся с пленными. Ну, очевидно, что конвоиры стреляют в тех, кто пытается бежать. Ужасные вещи, то есть кто падает без сил, их оставляют умирать. Людей, которые пытаются упавших поднять, отгоняют штыками или прикладами. Насилие, вспарывание животов. В общем, такие изуверства, за которые японцы, в частности их командиры, они потом будут приговорены к высшей мере, когда будет процесс над военными преступниками японской армии. Доклады участников марша, в общем, читать в эфире, честно говоря, не хочется. Ну, очевидно, да, люди идут 5-6 дней без воды, без еды. Слабые умирают на дороге, их добивают. Вся дорога по обе стороны в военнопленных, которые тяжело ранены, их не добили. Вот они просят о помощи, помочь им некому. По данным они очень разные и совершенно непонятно, на какую статистику ориентироваться. От 5 до 10 тысяч филиппинцев погибло во время марша смерти. И где-то 600-650 американцев. Но американцы этот марш смерти будут помнить и используют его в своей пропаганде. Буквально так же, как и в советской пропаганде. Сколько раз увидел фашиста, столько раз и убей. Там будет практически такой же слоган. Сколько раз увидел японцев, столько и убей. Есть такая тактика, которую предпринимали и англичане, и советские войска, и американцы. Это налеты на столицы противника. Когда англичане были в очень тяжелых условиях, их авиация бомбила Берлин, чтобы показать немцам, вы не в безопасности. Советские войска в первые же месяцы войны начали бомбить Берлин, чтобы показать, мы до вас, парни, дотянемся, вы не переживайте. И вот в ответ на Пёрл-Харбор американцы делают операцию по налету на японские города Рейтл-Дулитла в Нагойю. 16 самолетов вылетают, и бомбят они химические заводы, оборонные предприятия. При том, что самолеты, в общем, отправлены в совершенно безумную атаку. Ну, в чем ее безумие? Никто не вернется обратно. Кто-то должен садиться до Басу, набрать до авианосца, они не долетят. Поэтому нужно было садиться либо где-то в Китае за линией фронта, либо в Советском Союзе, потому что Советский Союз, ну, понятно, что он тоже близко находится, его граница к Японии. В общем, из 16 самолетов большая часть приземлится в Китае, и там летчики попадут в плен, часть из них будет расстреляна японцами, несмотря на любые конвенции. Один самолет сядет за линией фронта в Советском Союзе, а у Советского Союза, напомню, с Японией договор. И по этому договору должны быть интернированы и самолет, и его пилоты. Понятно, что Советский Союз своих союзников, американцев, не будет никуда интернировать. Самолет выдали, а японцам сказали, что вот этих вот нарушителей мы в свой военный лагерь, значит, для военнопленных посадили. Ну и, естественно, экипаж этого самолета посадили в лагерь, на самом деле там через цепочку в Иране передали англичанам. Но тем не менее, вот японцам показали американцам, что мы вам будем мстить за Перл-Харбор, и мы, в общем, будем вас бомбить. Апрель на Восточном фронте начинается с такого фактора, что вмешивается погода. Везде начинается весенняя распутица. Технике идти очень тяжело. Дороги превращены, ну вы знаете, что такое русские дороги в сельской местности, да и вообще в любой сельской местности, в любой стране мира практически в тот момент сельские дороги превращаются в месиво. Ни технике, ни солдатам, даже лошадям идти, в общем, очень тяжело, с одной стороны. На Волховском направлении вообще ледоход начинается, и там тают снега, и тоже все это превращается в месиво. На Ржевском направлении ситуация перешла в катастрофу. С вечера 13 апреля всякая связь со штабом 33-й армии теряется. Вопреки плану и распоряжению Жукова выходить из окружения на Киров, Сталин вмешивается лично и дает Ефрему, главе 33-й армии, разрешение на выход по кратчайшему пути на Угру, где остатки 33-й армии попадают в засаду. 17 или 18 апреля раненый командир 33-й армии Ефремов кончает жизнь самоубийством. И, собственно, 16 апреля Гальдер записал в дневнике: «Русская 33-я армия полностью ликвидирована». И немцы получили приказ о переходе к обороне, к эшелонированной обороне на линии Ржев, Гжатск и Киров. В Крыму в начале апреля в 11-ю армию Манштейна начинают поступать подкрепления. Это танки и живая сила. Причем подкрепление впервые с начала наступления на Крым. В частности, придана армии 22-я
танковые дивизии. Это 180 танков. Советские войска сосредоточены, вот посмотрите по карте, в непосредственной близости от фронта, не имея достаточной глубины обороны. Немцы этим пользуются. В Крым переброшен 8-й воздушный корпус Люфтваффе генерала Рихтгоффена, и Манштейн планирует операцию «Охота на дров». Это такой косой удар с последующим обходным маневром советской армии с юга. На Любаньском направлении к концу марта, начало апреля немецкое наступление, немецкое контрнаступление, если уж говорить точно, выдохлось. И, в общем, это дало нам некоторую передышку, чтобы подготовить собственную оборону. В начале апреля немцы контратакуют, окружают 378-ю стрелковую дивизию. Остатки этой дивизии выходят из окружения только 24 апреля. В целом, все так же, позиционные бои. 52-я армия пытается прорвать оборону южнее нашей зоны прорыва. 59-я армия продолжает атаки выступа у Спасской Полисти. Но уже советская армия выдыхается на этом направлении, и все эти боевые действия идут под постоянными контратаками немцев. 30 апреля военным советом Ленинградского фронта и группы войск Волховского направления был отдан приказ о переходе 2-й армии к обороне. Это вот звучит так, да, что отдали приказ к обороне, значит, больше не наступаем, а обороняемся. По факту ситуация ужасающая. С армией фактически отсутствуют любые коммуникации. Всякое развитие ее операции на Любань будет сдерживаться с оглядкой на узкий проход между Спасской Полестью и Мясным Бором. Это вот такие сухие слова. На самом деле, о чем это говорит? Вторая армия находится в окружении, практически в окружении. Получилось то, чего, в общем, советские командующие боялись. Мы пошли в быстрый прорыв, мы не сумели этот прорыв расширить, немцы отсекли нас от коммуникации, и вот в конце апреля начинается операция по выводу 2-й ударной армии из окружения. Операция, забегая вперед, ничем хорошим не закончится. 1 мая 1942 года выходит приказ Верховного Главнокомандующего, то есть Иосифа Сталина. В приказе говорится: приказываю всей Красной Армии добиться того, чтобы 1942 год стал годом окончательного разгрома немецко-фашистских войск и освобождения советской земли от гитлеровских мерзавцев. Значит, вот такой приказ отдан. Ну, очевидно, что отдать приказ и исполнить приказ — это две разные вещи. Что происходит на фронте в этот момент? В Крыму 8 мая немцы начинают наступление. В результате прицельного воздушного удара был разрушен командный пункт 51-й армии, а командующий этой армией генерал-лейтенант Львов убит. Заместитель командующего тяжело ранен. Это вот та самая операция «Охота на дров», которую разработал Манштейн. На севере был проведен отвлекающий маневр, в то время как основной удар был нанесен с юга. В результате в течение 2 недель основные силы Крымского фронта были прижаты к Керченскому проливу. И вот 18 мая организованное сопротивление окруженной группировки войск Крымского фронта прекратилось. 19 мая Крымский фронт расформирован. От 10 до 13 тысяч человек Крымского фронта отступают под землю в Аджимушскайские каменоломни. Вот в этих каменоломнях будет героически обороняться остатки советских войск. Ну, об этом я уже расскажу в следующем выпуске. Там будет совершенно чудовищное сопротивление. Забегая вперед, люди без воды, без возможности выйти наверх, потому что все в окружении немецком. Каждая вылазка за ведром воды — это несколько убитых, потом немцы отравят колодцы, потом в каменоломни будут пускать газ и так далее. Ну, в общем, совершенно еще один пример вот этого вот невероятного, нечеловеческого, я бы сказал, мужества. Крымская операция, которая началась с десанта 29 февраля 1941 года, в мае закончилась катастрофой. На Любаньском направлении продолжается операция по выводу из окружения 2-й ударной армии генерала Власова. В течение мая 2-я ударная армия будет предпринимать отчаянные попытки вырваться из окружения. Навстречу ей будут пробиваться войска 52-й и 59-й армии Волховского фронта. Немцы эти попытки отобьют. Весь май 2-я армия будет находиться в окружении. На Ржевско-Вяземском направлении, в общем, к 20 апреля,
концу прошлого месяца ситуация закончилась. Закончилась она катастрофой для советской армии. Немцы сформировали там полосу обороны. Давайте посмотрим, чего Ржевско-Вяземская операция вообще стоила двум сторонам. Потери 776 тысяч человек, из них безвозвратно 272 тысячи человек. Это советская армия. Потери группы армий «Центр» по немецким данным за январь-март составили 331 тысячу человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Как мы видим, и Керченская операция, и Любаньская операция, и Ржевско-Вяземская операция стали в тупик и закончились практически катастрофически на всей линии фронта. Причин неудач, понятно, желание Сталина, ободренного успехами под Москвой, закончить несколькими ударами в войну, отрезать немцев от коммуникаций. Ну а самое главное, это переоценка собственных сил и недооценка сил вермахта. Немецкая армия сражалась хорошо, и она достаточно хорошо управлялась. Вдобавок к этим трем направлениям в мае формируется новое направление, Харьковское. Значит, там ставится задача окружения 6-й армии вермахта. 6-я армия управляется командующим Фридрихом фон Паулюсом. Начинается наступление Красной армии, к 17 мая ей удается потеснить части 6-й армии и вплотную подойти к Харькову. Немцы планируют контрнаступление, операцию, которая называется «Фридерикус». 17 мая 1-я танковая армия генерала Клейнста наносит удар в тыл наступающим частям Красной армии. В первый же день наступления удается немцам прорвать оборону 9-й армии Южного фронта и к 23 мая отрезать советским войскам отход на восток. То есть здесь угроза окружения. Тимошенко докладывает о произошедшем в Москву, просит подкрепления. Только что вступивший в должность начальника генерального штаба Василевский тоже обращается к Сталину с просьбой отвести войска из-за угрозы окружения. Сталин разрешение на отступление не дает. К 18 мая ситуация ухудшается. Василевский еще раз предлагает закончить наступление и вывести 6-ю, 9-ю и 57-ю армии. Сталин разрешения снова не дает. Вот в итоге пишет Баграмян. В результате к 23 мая значительная часть войск ударной группировки Красной армии оказалась в окружении в треугольнике. Мирефа, Розовая, Балаклея. Вот посмотрите на иллюстрации. Наступление, толком не начавшись, закончилось окружением. С 25 мая начались отчаянные попытки наших армий вырваться из кольца немецко-фашистских войск. Вот что вспоминает командующий 1-й горно-пехотной дивизии вермахта генерал Ланц. Десятки тысяч русских с танками, орудиями и транспортными средствами всех типов, подгоняемые комиссарами, в течение двух ночей непрерывно волнами шли на штурм обороны нашей дивизии. В ожесточенной борьбе, применяя все вооружение в максимальном темпе стрельбы, с ближними боями егерским полкам удалось не допустить катастрофы. То есть волнами продолжаются атаки советских войск на немецкие линии обороны, пытаются армии вырваться. И, собственно говоря, 26 мая окруженные части Красной армии оказались заперты на небольшом пространстве площадью примерно 15 квадратных километров. 28 мая Тимошенко отдает приказ о прекращении наступательной операции и сосредоточении всех усилий на выводе из окружения попавших туда частей Красной армии. Остатки частей 6-й и 57-й армии при поддержке сводной танковой группы генерал-майора Кузьмина с огромными потерями сумели прорваться к своим в районе села Лозовенька. То есть под Харьковом настоящая катастрофа. И она стояла даже не в том, что Красная армия попала там в окружение, а в том, что это поражение открывает путь дальше на Сталинград и еще дальше на Кавказ. И, собственно, мы через месяц увидим, что немцы сформируют новую наступательную операцию, новый наступательный план. Дневник Франца Гальдера. Потери с 22 июня по 10 мая 1942 года всего 36 тысяч офицеров, 1 146 657 унтер-офицеров и рядовых. Общие потери сухопутных войск без больных на Востоке составили 1 182 735 человек или 37% от всего
контингента на Восточном фронте. Ну, давайте посмотрим, что происходит в другой части, на Тихоокеанском направлении. Там продолжается триумфальное шествие японцев по всему Тихоокеанскому буфету. Японцы берут Мандалай, японцы берут последний форпост американцев на Филиппинах, Корре, и фактически начинают оккупацию Филиппин. Англичане из Африки перебрасывают часть своих войск на Мадагаскар, чем немедленно воспользуется Роммель, и в 26 мая он начнет наступление своего африканского корпуса в Северной Африке. Американцы эвакуируются с Бирмы, и происходит морское сражение в Коралловом море, о котором я сейчас отдельно вам расскажу. Что происходит в южной части Тихого океана? Японцы хотят усиления своих позиций, и они принимают решение захватить порт Морсби. Это порт на Новой Гвинее. И второй удар — это остров Тулаги, юго-восточная часть Соломоновых островов. И вот японцы формируют оперативный план, который называется «Операция МО». Японцы формируют флот, авианосцы, самолеты, которые должны разбомбить американские позиции, подготовить все к высадке десанту и захвату этих территорий. Американцы перехватывают сообщение, узнают о том, что японцы готовят такую операцию, и направляют навстречу японцам оперативное авианосное соединение и крейсерский отряд. Отряд сводный, там американский и немного австралийского флота. Общее командование силами американского флота осуществляет контр-адмирал Фрэнк Флетчер. Для него это очень важный бой, потому что вот именно этот бой в Коралловом море позволит ему выиграть следующее важнейшее сражение, которое произойдет в июне, у атолла Мидуэй. Ну, слушайте, давайте вот очень коротко про то, что происходит 3 и 4 мая. Японцы захватывают остров Тулаги, и американцы направляют навстречу японцам авиагруппу и авианосец Йорктаун. Японцы отвечают направлением в этот квадрат двух своих авианосцев. И вот к 6 мая начинается сражение в Коралловом море. Это нетипичное сражение, которое мы видели и в начале Второй мировой войны, и в Первую мировую войну, когда вот подходит флот 1, флот 2, они начинают, значит, маневрировать и из орудий друг друга обстреливать. Корабли практически не вступают в огневой контакт. Ну, смотрите, между японским и американским флотом 130 километров атакуют друг друга самолеты, которые базируются на авианосцах. В течение двух дней, начиная с 7 мая, два флота обмениваются авиаударами. В первый день американцы потопили легкий японский авианосец «Сёху». Японцы в ответ уничтожили эсминец и сильно повредили танкер. Танкер американцы потом затопят. На следующий день японский авианосец «Сёкаку» получает тяжелейшие повреждения, а американцы получают два удара серьезных. Авианосец «Лексингтон» вообще затоплен, он получает тяжелые повреждения. А «Йорктаун», флагманский авианосец, остался на плаву, но сильно оказался поврежден. И «Йорктаун» в борьбе за свою плавучесть получит неоценимый урок, который ему позволит выжить в следующей битве. Флотская команда американская с помощью деревянных балок, с помощью гвоздей, с помощью металлических конструкций будет очень быстро устранять пробоины, которые получит авианосец вследствие японских торпедных атак. В итоге чем заканчивается битва? Ну, тактическая победа у японцев. По тоннажу потопленных кораблей они эту битву выиграли. Но что важно? Во-первых, их впервые остановили. То есть это фактически ничья. Но что самое важное, из двух японских авианосцев, Дзуяку и Сёкаку, ни один не будет участвовать в следующей битве при атолле Мидуэй, потому что, в общем, получили они очень серьезные повреждения. Ну и дальше там еще у японцев очень странная военная доктрина. Например, вот есть авианосец и есть самолет, который на этом авианосце базируется. Если у тебя авианосец поврежден, ты не можешь с него взять самолет и перебросить их, восполнить им потери на другом авианосце. Вот если есть самолеты, они приписаны к этому авианесущему средству и доукомплектовываться с другого не могут. Почему так военная доктрина была японская написана, я, к сожалению, не знаю. Возможно, этому есть какое-то объяснение. Но, тем не менее, вот эта доктрина впоследствии с японцами сыграет злую шутку. Май заканчивается катастрофической бомбардировкой британской авиации города Кёльн. Кёльн вообще будут бомбить за всю войну 262 раза, и останется от него фактически
есть только Кёльнский собор. И вот будет долгая дискуссия после войны о том, что какие британцы и американцы молодцы, что вот все-таки они сохранили Кёльнский собор. Выдающееся, я там был несколько раз, действительно выдающееся произведение готики. Ну, на самом деле, прозаичное объяснение, его сохранили, потому что Кёльнский собор очень высокий. Его удобно использовать как ориентир для того, чтобы самолеты потом направлять вот налево, направо, там по собору ориентируйтесь. И вот 30-31 мая чудовищная бомбардировка, 868 самолетов нанесли удар по Кёльну. На Кёльн сбросили 1455 тонн бомб, две трети из которых зажигательные. Возникло 2500 очагов возгорания, из которых 1700 немецкие пожарные классифицировали как большие. Но в результате работы пожарных команд единый смерч, единый огненный смерч, как его классифицируют, не сформировался, и город был спасен. Но, тем не менее, уничтожено 3300 нежилых зданий, 2000 серьезно повреждены, 6000 зданий получили слабые повреждения, разрушено 13000 квартир, 22000 квартир получили слабые повреждения. Практически 500-486 человек погибло. По разным оценкам, после рейда британской авиации 150 тысяч из 700 тысяч жителей покинули город. Рассказ про июнь 1942 года мы начнем с Тихоокеанского региона, потому что там произошло базовое переломное событие в той части света. Битва у атолла Мидуэй. Японцы образовали два соединения. Авианосное соединение, которым командовал адмирал Нагума, и соединение линкоров, которым командовал Ямамото, человек, который спланировал операцию по нападению на американскую базу Пёрл-Харбор. И вот у японцев самая главная головная боль — это американские авианосцы. Их при Пёрл-Харборе не добили, не выполнили 100% задачи. И вот самая главная вообще цель японцев за эти первые 6 месяцев 1942 года — лишить американцев авианосного флота. И японцы планируют атаку на атолл Мидуэй. Там крупный порт, там крупная база, но это не главное. Японцы рассчитывают на что? Мы сейчас высадим там десант, американцы быстро туда подгонят авианосцы, и мы эти авианосцы хлопнем. И никакого авианосного флота у американцев не останется. На нашей, на японской, то есть стороне, как всегда, фактор внезапности. Каждый раз, когда японцы нападают на американцев и на британцев в этой части света, те почему-то оказываются не готовы. Так было в Пёрл-Харборе, так было в Гонконге, так было в Сингапуре. В общем, и в Коралловом море было примерно так же. И вот японцы готовят операцию по захвату Мидуэя и выманиванию американского флота. Но американская разведка перехватывает сообщение, что готовится какая-то операция японская с нападением на какой-то порт. Американцы не знают на какой, но предполагают, что на Мидуэй. И по открытой связи американцы вбрасывают, что на Мидуэй проблемы с водоснабжением. И тут же японцы реагируют и говорят, и в своем зашифрованном коде передают сообщение, что по перехваченным нами данным на этом объекте проблема с водоснабжением. Американцы понимают, что японцы готовятся атаковать Мидуэй. Как я вам уже сказал, адмирал Нагума командует авианосными частями японцев, и контр-адмирал Флетчер командует американским флотом. Флетчер уже сталкивался с японцами в Коралловом море. Именно его авианосец флагманский Йорктаун чуть там не затонул, но вот матросы научились бороться за живучесть корабля. Очень коротко про эту битву, хотя она считается, конечно, образцом того, как американцы тактически переиграли японцев. Вкратце, план японцев очень простой. Подтянули к Мидуэю авианосцы, взлетела авианосная группа, разбомбила все, что было на острове, есть не хватило, добомбила второй волной, высадила десант. Фактор внезапности, как и в Пёрл-Харборе, работает на стороне японцев. И 4 июня начинается японская атака. В 4:30 утра первая волна бомбардировщиков обрушивается на атолл Мидуэй. Через 2 часа они его достигают и в 6:20 начинают бомбить. В 6:15 с Мидуэй вылетают американские
бомбардировщики, чтобы нанести удар по флоту Японии. То есть, понимаете, да, движение на встречных курсах. Вот японцы летят бомбить, вот американцы взлетают, чтобы бомбить авианосцы японские. Японцы удивлены, никакого фактора внезапности нет. По ним работает зенитная артиллерия, по ним работают истребители американцев. Вылетевшие с Мидуэя американские бомбардировщики прилетают к авианосцам японским, и японцы достаточно легко их расстреливают. Никакого ущерба японскому флоту американцы не наносят. В 7 часов 15 минут японские пилоты сообщают своему командованию, что нужно провести вторую волну бомбардировки, потому что не разбомбили все в первой волне. И начинается подготовка японских самолетов к второй волне. На палубах их начинают к ним начинают подвешивать бомбы. В этом, собственно говоря, план американцев состоит. Мы заманиваем японцев, они первый раз бомбят нас, возвращаются на авианосцы, их там начинают дозаправлять, их начинают им подвешивать новые бомбы. В этот момент мы прилетаем и хлопаем их, потому что стоящие на палубе и в трюмах бомбардировщики японские будут взрываться и разносить чертовой матери авианосцы. И американцы начинают действовать согласно своему плану. Причем там еще получается совершенно ужасающая для японцев ситуация. В 7.15 они готовят вторую волну, в 7.40 случайный японский разведчик сообщает японскому командованию о том, что вот, оказывается, еще американские корабли рядом. И японцы отдают команду бомбы с самолетов снимать, вешать торпеды. И начинается перезарядка. И вот пока они перезаряжают, прилетают американские самолеты. В 7.50 первая волна с американских авианосцев долетает до японцев. Она отбита. Никакой корабль японский не пострадал. В 8.20 еще одна волна бомбардировщиков. Тоже без результата, все бомбардировщики сбиты. В 8.30 третья волна, в этот раз не с авианосцев, а с острова Мидуэй. Не попали ни по одному японскому кораблю. В 9.36 12 торпедоносцев. Новички летят с американских авианосцев, ведут в лобовую атаку на японцев, все сбиты до одного, ничего у них не получается. В 10.15 новая волна, уже восьмая, и все волны отбиты. То есть, представляете, 8 волн атак американских самолетов, ничего не получается. И, собственно, японцы принимают решение, что больше, наверное, волн уже не будет, но сколько, 8 прилетело. И на палубу поднимаются бомбардировщики, чтобы лететь, бомбить американский флот. И в этот момент подлетают две последние волны. Ими руководят двумя группами пилоты Макласки и Лесли. Это две группы, которые взлетали с американских авианосцев Йорктаун и Интерпрайз. В 10.25 утра они достигают авианосцев японского флота. Что они видят? Что на палубах стоят готовые к взлету бомбардировщики. Команды перезаряжают бомбы на торпеды, снаряжают. Вот сейчас бомбардировщики будут взлетать. Фактически, ну, стоят зажженные такие коробки с, знаете, как вот коробки со спичками, если выдвинуть так, чтобы головки серные были видны, чтобы уж точно понимать, куда бить. И начинается бомбардировка. В общем, в 10.25 американцы настолько удачно бомбардируют и торпедируют японский флот, что они топят сразу три авианосца. Ну, то есть как топят? Они их настолько серьезно повреждают, что авианосцы заваливаются, взлетать с них уже нет никакой возможности. Три японских авианосца попадают под удар. Акаги, Сюрю и Кага. Два последних вечером этого же дня затонут. Но три сейчас повреждены, взлетать с них нет никакой возможности. У японцев остается один авианосец Хирю. И вот с него собирают в последний бой два звена японских бомбардировщиков и японских истребителей Зеро, которых американцы боялись как огня. В 10.58 японцы вылетают бомбить американский флот и серьезно повреждают Йорктаун. Тот самый Йорктаун, который в битве в Коралловом море уже они один раз подбили. Команда опять спасает свое судно, опять они забивают эти пробоины, потом эта команда будет учить британский флот в борьбе за живучесть своих кораблей. Последняя атака японцев, самолетов у них больше нет, они серьезно повредили Йорктаун, он накренился, воевать он больше не может, но он и не потонул. Американцы собирают все, что есть на втором авианосце «Интерпрайз» и бросают это последний бой. У японцев остался последний авианосец, который называется Хирю. В 17.03 американцы его бомбят, сопротивлением уже никто никакого не оказывают и повреждают его
практически лишают всякой живучести. На следующий день два оставшихся авианосца, Акаги и Хирю, будут японцами затоплены. На одном из авианосцев капитан корабля уйдет в последний путь вместе со своим судном. Адмирал Нагума попытается сделать харакири, его подчиненные отговорят. Дальше на следующий день два крейсера, Магами и Микума, увидев, что авианосцев больше не осталось, начинают уходить в отступление. Магами врезается в Микуму, себе повреждает нос, а крейсеру Микума сносят, значит, какие-то топливные баки, у него начинается течь. 6 числа американская авиация видит эти два крейсера, бомбит их, Микума тонет, а Магами удается уйти. Для японцев это катастрофа. Битве у атолла Мидуэй коренной перелом во всем Тихоокеанском регионе. Ну, во-первых, первый раз японцев победили. Во-вторых, их лишили большей части авианосного флота. Все 4 авианосца, которые японцы потеряли, это те самые авианосцы, которые участвовали в нападении на Перл-Харбор. Вот эта ответка прилетела. И, в общем, все, японцы больше не смогут действовать удаленно от своих береговых позиций. Авианосцев у них в таком количестве больше не будет, они не успеют ничего нового построить. На Восточном фронте удручающий финал Ржевской операции. 24 июня оставшиеся в живых воздушные десантники 4-го корпуса и кавалеристы группы Белова вышли из окружения на соединение с войсками 10-й армии. Это тот десант, который в январе забросили. Бои 39-й армии и 11-го кавалерийского корпуса в окружении продолжатся до середины июля 42-го года. Окончательно они будут разгромлены немцами в ходе операции «Зейдлиц». Командующий 39-й армией генерал-лейтенант Масленников будет эвакуирован, а его заместитель генерал Богданов погибнет в окружении. Так Ржевская операция закончится. В Крыму, после того, как в результате операции «Охота на дров» был ликвидирован фактически весь Крымский фронт, Манштейн пошел в последнюю атаку на Севастополь. К середине мая немцы провели достаточно серьезную логистическую работу. То есть были проложены новые железнодорожные колеи, были проложены дороги, и под стены Севастополя приехала мощная артиллерия. Ну вот посмотрите, как выглядит самая главная гаубица. Она называется «Дора». Это чудовище, которое привозилось на фронт несколькими составами. Надо сказать, что немцы уникальную операцию по транспортировке «Доры» провели. Не обнаружили ее советские войска, ни партизаны, ни летчики. И вот на нескольких составах вот это чудище привезли под стены Севастополя. «Дора» — это сверхтяжелая гаубица калибра 800 мм. Но кроме «Доры» были еще две самоходных мортиры, которые назывались «Карл». У них был диаметр 600 миллиметров. Вот эти вот, значит, монстры начали обстрел Севастополя. Общая масса «Доры» более 1000 тонн. Ну, то есть, вы можете себе представить, ее не просто привезли, ее, значит, вырубили специально в окрестностях Бахчисарая специальный плацдарм. В этот плацдарм эту пушку поставили, и она начала стрелять. Значит, что нам сообщают историки? Орудие выпустило в общей сложности 53 семитонных снаряда. Вы можете представить, что такое семитонный снаряд? Огонь «Дора» был направлен против фортов ББ-30, ББ-35, а также подземных складов боеприпасов. Как выяснилось позднее, один из снарядов «Доры» пробил скальный массив толщиной 30 метров. Под этим чудовищным огнем начался штурм Севастополя. 30 июня пал Малахов курган, который героически оборонялся. К этому времени у защитников Севастополя заканчивается боеприпас, потому что город фактически изолирован. Нельзя подвести с моря снаряды, все контролируется немецкой авиацией. Немцы обстреливают город из этих чудовищных своих орудий и параллельно бомбят самолетами. Ну и на земле, собственно, передвигается пехота. К 30 июня ставка, наконец, разрешает эвакуация. Эвакуация продолжается до 4 июля 42 года. О героической обороне Севастополя тоже мы сделаем отдельный выпуск обязательно. При подавляющем преимуществе немцев Севастополь пал. Немцы зашли в город, и за взятие Севастополя Манштейн был произведен в фельдмаршал и был учрежден специальный знак отличия, так называемый «Крымский щит». Сопротивление Красной армии в Крыму было окончено. Крым оказался в руках немцев.
На Любанском направлении еще одна катастрофа. 25 июня противник ликвидировал коридор, который связывал армию генерала Власова, вторую ударную, с войсками, которые оказывали снабжение этой армии. То есть вот тот самый коридор, прорыв, который советская армия сделала, он был обрублен. Власов отказался бросить собственных солдат, за ним прилетел самолет, чтобы его эвакуировать. Он отказался от эвакуации, и вместе со своими приближенными он ушел в леса. В лесах он этих бродил 3 недели. Что он там делал, неясно. Позже Власов сдастся в плен и будет вот таким вот главным предателем, которого используют немцы для агитации и пропаганды. Человек, который возглавит РАА, Российскую освободительную армию. И, в общем, он будет таким вот главным пропагандистским лицом, что вот этот советский генерал перешел на нашу сторону, чтобы бороться со Сталином. Ну, мы об этом подробнее, в общем, в следующей части поговорим. На сегодняшний день, на конец июня, у Красной армии 3 катастрофических ситуации. Поражение под Харьковом, поражение в Любанской операции, потеря Крыма, ну и до этого катастрофичный финал Ржевско-Вяземской операции. То есть, как мы видим, за первые 6 месяцев 1942 года мы оказались в тяжелейшей ситуации, возможно, даже более тяжелой, чем в тот момент, когда войска Гитлера были в августе под Москвой. Ну и чтобы завершить этот обзор этих 6 месяцев, мы перенесемся в Африку, где у союзников тоже дела плохи. Роммель, наконец, начал наступление. Обозначив атаку на севере у ливийской деревни Эль-Газала, это 48 километров от города и порта Тобрук, который был англичанами взят в прошлом году, и с этого, в общем, началась операция «Крестоносец», которую немецкие части могла бы выдавить из Северной Африки. В общем, Роммель начал битву у Газала, там британские части и легион «Свободная Франция». Поле битвы представляет собой коробки, как их называли англичане, то есть такие периметры в пустыне, где есть окопы, минные поля, здесь французские соединения, здесь английские соединения. Вот посмотрите по карте, как Роммель действует. Сначала он атакует англичан, потом французов. План Роммеля состоит в том, чтобы свои танки направить на южный фланг, зайти в тыл союзных войск и, в общем, разгромить их. Роммель успешно ведет этот бой, но в какой-то момент он оказывается в ловушке собственной. То есть он ушел в прорыв, и танки оказываются без боеприпасов и без горючего в окружении французских и английских войск. И вот с боем к нему прорываются 2 итальянские группы, привозят ему горючее, привозят ему боеприпасы, и Роммель начинает развивать наступление. В какой-то момент англичане и французы начинают беспорядочное отступление, и заканчивается эта битва у Эль-Газалы тем, что лис пустыни, Роммель врывается буквально на плечах британских войск в город Тобрук, берет его штурмом и закрепляется там. И, в общем, наступление его продолжается триумфально, и остановлено оно будет только в последующем сражении под Эль-Аламейном. То есть Роммель дошел в тот момент, в июне 1942 года, до пика своего могущества. Британцы распространили по войскам приказ не упоминать Роммеля, потому что солдаты его начинают бояться. Вместо этого следовало говорить: немцы, гитлеровские войска, гитлеровский командующий, ни в коем случае не говорить Роммеля, и уж тем более не употреблять лис пустыни, потому что его начинают бояться как дьявола. Но тем не менее, вот Роммель сейчас на пике своего могущества в Северной Африке. Что в заключении хочется сказать, чем эти полгода закончились? У американцев блестящая победа при атолле Мидуэй позволила им переломить ход боевых действий в Тихоокеанском регионе. В Африке Роммель победил британцев, но победа это была пирова. Он потерял очень много танков, он потерял очень много личного состава, и наступление развить у него не получится. А живой силы и техники, в общем, неоткуда немцам взять. Дальше будет совершенно бредовая идея. Роммель захочет двигаться вперед до Палестины, чтобы соединиться. Посмотрите просто по карте, где это находится. Он хочет дойти до Палестины, чтобы соединиться с немецкими войсками, которые через Кавказ придут, они опрокинут советские войска и тоже дойдут до Палестины. И таким образом все нефтяные поля Палестины, Кавказа и Азербайджана все окажутся в руках немцев. Вот такой был план. Но у Роммеля ничего не получится. Немцы, воодушевившись прорывом фронта советского под Харьковом, возьмут потом Ростов-на-Дону и увидят реальную перспективу выхода на Кавказ, в Закавказье,
захват бакинской нефти и возможность захватить Сталинград. Что такое Сталинград? Это важнейший транспортный узел, это один из важнейших узлов военной промышленности, и это город, связанный с именем Сталина. Как мы знаем, Гитлер очень важное значение всей этой мистике придавал. Если мы захватим город Сталина, то это мистически придаст нам каких-то невероятных сил. И в немецком генштабе формируется новый план, который назван «План Блау», «Синий план». Это план продвижения захвата Сталинграда и продвижения туда, вперед, к бакинской нефти. Вот таким образом закончилось это полугодие. Монстр не только не разбит, монстр чувствует себя вполне еще живым. Впереди тяжелейшие 6 месяцев 42-го года. Друзья, спасибо, что смотрите «Уроки истории». Спасибо, особенно большое спасибо за то, что смотрите этот цикл про Вторую мировую войну. Над ним работала очень большая команда. И, в общем, мы скрупулезно пытались, видите, пройти его не просто месяц за месяцем, а фактически неделю за неделей. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск. Выпусков на нашем канале теперь много. И если вы не подписались на наш второй канал, который называется «Чтиво», обязательно это сделайте, там тоже очень интересная история.